Вы смотрите программу «События» в студии Ирина Литвинова. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Учащемуся аграрного колледжа вынесли приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасного психотропного вещества. В стране с 9 октября для всех граждан стало обязательным ношение масок. Данная норма призвана усилить профилактику гриппа и COVID-19. Акция-сюрприз для мамы состоялась в детской школе искусств. В честь Дня матери ребята подготовили художественную экспозицию и праздничный концерт. В выездном судебном заседании, которое состоялось в Речицком государственном аграрном колледже, рассмотрено уголовное дело в отношении 18-летнего учащегося этого учебного заведения, жителя города Старые Дороги. Молодой человек обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 328 Уголовного кодекса, незаконный оборот наркотиков с целью сбыта, совершенный организованной группой. По данным следствия, 17 февраля 2021 года молодой человек получил адрес тайника с психотропом массой чуть более 1 грамма, который в тот же день изъял с целью сбыта. Часть запрещенного вещества разместил в тайниках в разных местах в Речице. После этого передал другому участнику организованной группы сведения о тайниках для их последующего сбыта потребителям. Обвиняемый неоднократно приобретал психотропное вещество общей массой около 20 грамм, которое изымал из закладок, перевозил в Гомель и частично размещал там в тайниках. Также с целью сбыта совместно с неустановленными участниками организованной группы хранил вещество при себе. Приговором Речицкого суда молодой человек признан виновным в незаконных с целью сбыта, хранения, перевозки особо опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенных организованной группой. На основании части 4 статьи 328 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима без штрафа. Приговор в закон силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке. В стране с 9 октября для всех граждан стало обязательным ношение масок, призывают специалисты в обязательном порядке также соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Данная норма внесена специалистами Министерства здравоохранения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Меры приняты из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В стране организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Очередной этап – введение обязательного масочного режима для всех жителей Беларуси. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, вот, который вступил в силу с 9 октября этого года, говорит о том, что лица обязаны, то есть им будет оповещение, как только на входной, как говорится, группе на дверях где-то будет вывешено, а также информирование со стороны администрации данного объекта организации, именно использовать по полной мере и соблюдение и социальной дистанции. Без, как говорится, дальнейшего проведения, обеспечения каких-то торговых отношений или так далее именно с покупателями. То есть обслуживать без маски не будут? Не будут. Это уже категорично. Я думаю, к этому требованию надо прислушиваться. Раз это введено, мы должны строго это выполнять. Не только для себя, как говорится, индивидуально, чтобы защитить, но также для всех окружающих, для того, чтобы обеспечить и стабильность ситуации, и снижение уровня заболеваемости, чтобы немножко, как говорится, ушла данная. А для этого мы все должны все вместе, одним фронтом, как говорится, вступить в профилактические меры и выполнять их. На сегодняшний день ситуация по коронавирусной инфекции сложно, которая требует постоянного внимания и контроля как со стороны профилактической службы, так и лечебной сети. Болеют лица различных возрастных категорий. И дети, и взрослые, и пенсионеры неработающие. Но при общем анализе мы видим, что неработающее население всегда наиболее немножко выделяется в процентном соотношении по отношению к остальному населению.
На какие симптомы следует обратить внимание? Конечно же, в первую очередь это со стороны органов дыхания. Это и кашель, это затрудненность дыхания, это одышка. И, конечно, сбои со стороны сердечно-сосудистой системы. Ну и, как мы видим, что имеется такой путь передачи, как фекально-оральный. Поэтому обращаем внимание на нарушения в системах желудочно-кишечного тракта, когда нарушается стул. Конечно же, температура, слабость, потеря обоняния – это основные симптомы. Контроль соблюдения требований возложен на санитарно-эпидемиологическую службу совместно с заинтересованными, прежде всего МВД и Минтрансом. На первом этапе будут проводиться мониторинги, затем возможно применение и других мер. По результатам лабораторных исследований Зонального центра гигиены и эпидемиологии за прошедшую неделю в двух пробах свежих грибов, собранных в Речицком районе, обнаружено превышение допустимого уровня содержания радионуклидов. Собраны загрязненные грибы на территории населенных пунктов Озерщина и Семеновка. Специалисты центра напоминают о необходимости соблюдать максимальную осторожность при сборе и употреблении грибов. Нынешняя осень выдалась удачной для любителей лесных деликатесов. Грибы в больших количествах собирают и заготавливают, а также продают. Но, наслаждаясь дарами природы, следует помнить о мерах предосторожности, призывают специалисты и не безосновательно. В сентябре и в первой декаде октября в Гомельской области с предварительным диагнозом отравления грибами зарегистрировано 2 смертельных случая. 14 человек, в том числе один несовершеннолетний, по причине отравления грибами проходили лечение в больницах. В связи с появлением случаев пищевых отравлений грибами любителям тихой охоты следует быть осторожными, так как отравления могут вызывать не только ядовитые, но и условно съедобные грибы при неправильном их приготовлении. К тому же съедобные грибы, которые растут в экологически неблагополучных районах, также таят в себе опасность. Чтобы не стать жертвой отравления грибами, нужно быть предельно осторожными при их сборе, приготовлении. Собирать следует только хорошо знакомые грибы. В случае неуверенности, сомнительные дары леса лучше не брать. При покупке грибов следует помнить, что купленные у случайных продавцов без проведения радиационного контроля грибы опасны. Акция «Сюрприз для мамы» состоялась в детской школе искусства. Главным людям в своей жизни, дорогим мамам, ребята преподнесли творческие подарки. Учащиеся художественного отделения и сценической речи в честь Дня матери подготовили экспозицию и праздничный концерт. Есть день шахтера и день металлурга, пожарника день и день хирурга. Профессий много, скажем прямо, но главное все же профессия – мама. Вы знаете, мамы ни дня не скучат, на работе и дома везде успевают. И выглядят словно с обложки журнала. Такая уж эта профессия мама. Есть мама у всех, и даже у пап. Мама была моложе когда-то. Профессия главная, прямо скажем. И бабушка – это мама со стажем. Вот такие добрые теплые слова адресовали мамам и бабушкам участники акции «Сюрприз для мамы», которая состоялась в детской школе искусства. Это первое после прошедших всего 2 уроков выступление ребят, занимающихся в студии сценической речи. Именно здесь мальчишки и девчонки от 5 лет получают знания и умения, необходимые для чтецов, ведущих и актеров. Мама все-таки тот человек, который дарит нам свое сердце с момента, как мы появились. И пока самое малое, чем мы можем отплатить, это вот такими маленькими сердечками, своей речью, своим искусством, своими художественными навыками. Мы задумывали кружок как достаточно такой обширная студия, которая готовит не только ведущих программ и занимается сугубо этим. Мы занимаемся и в том числе, например, риторикой. Работаем с текстом, работаем с речью, артикуляция, дикция, налаживаем внутренние контакты с самим собой. С практическим заданием ребята справились хорошо, они прекрасно держались на публике, читали весьма эмоционально и ярко, поддержали участников студии сценической речи их друзья-музыканты.
Сюрприз для мамы подготовили и юные художники. Рисунки и праздничные сувениры детей, которые только начинают постигать азы творчества, на художественном отделении порадовали зрителей своими позитивными композициями. Всю неделю ребята также присылали по специальной школьной почте сердечные поздравления для своих самых дорогих и близких людей – мам. Выставка продлится до 20 октября. На сегодня это вся информация, подготовленная к эфиру. Впереди вас ждет прогноз погоды. Всего вам доброго и отличных выходных.